Сразу два ивановских чиновника во вторник сделали шаг вверх по карьерной лестнице. Из зампреда в первого зампреда перешел Сергей Зубнин. Он продолжит курировать департаменты дорожного хозяйства и транспорта, развития информационного общества, природных ресурсов и экологии, а также комитет по лесному хозяйству. Также Сергей Зубнин займется вопросами исполнения указов президента и реализации национальных проектов. Еще одним заместителем губернатора стал Игорь Чебыкин. До настоящего времени он был правой рукой мэра Владимира Шарыпова. В его ведение переходят вопросы внутренней политики, департамент внутренней политики, а также региональный департамент конкурсов и аукционов.